Полное описание и точная дата выхода 5 и 6 серии нового российского сериала «Девушки с Макаровым». 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале ТНТ 11 марта. В новых сериях мы увидим, как майор Макаров думает, что женщины не способны служить в полиции. Однако у него перед глазами есть прекрасный пример – Ольга Романова, его коллега, с которой у него когда-то были отношения. Романова такая же принципиальная, как и Макаров, и поэтому им пришлось расстаться. Но, может быть, еще не все потеряно. Оперативницы Туркина, Синицкая, Верба и Попова продолжают привыкать к своей профессии, в которой порой могут пригодиться самые неожиданные навыки. В отделе полиции Бутова скучать не приходится, а на самые нелепые дела Макаров всегда отправит Туркину, Вербу, Попову и Синицкую. Девушки серьезно воспринимают каждое задание майора, поэтому Макарову никак не удается избавиться от учениц. Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале ТНТ 11 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.